Че, как успехи? Ну, у меня connecting to game timeout. Попробуй. Че, у тебя создалось? Да. А, ну все, это просто карта очень долго загружается, здесь connection time не хватает. Блять, опять эта хуйня началась. Какая? Да, блин, мультиплеер аутентификейшн фейл. Все, нормально теперь. Так, ты куда, налево поехал? Естественно. А направо-то что делать? Согласен. Ехать, чтобы... да, не накопать. Конечно, не накопать, я как накопал, но проехал. Я тоже накопал. Чё ты не по дороге едешь? Потому что не по дороге, я просто вас не вез. Жалко, прям не подтишь. Точнее, руль поддерживает, камеру не поддерживает. Рулить нормально, это вообще просто безумно понравилось. Легенда. Ну, блин, это проблема. Потому что камеру никак вообще нельзя повернуть. Направо. Да, я переключатель помешан. Нихера. Здесь и так проскакивает легко. Обхожу слева. Дрифт небольшой. Я на автомате тут разогнанный пруф. Пизда КамАЗу. Я елку не заметил. 322 урона. Нормально. Четыреста шесть урона. Ну ничего, у тебя есть лазик. Можешь взять у меня съездить на нем как в гараж. Взять. Ну чё, едешь? Да, я сейчас книгу с собой заберу. Конечно, и УАЗик бы забыл.
И они его, кажется, не довезут. А я его почти уже не довез, а не довез. Потому что она наехала там, вот там она наехала на пенек. Не, Лёх, это хуйня. Я стоял на ручнике, когда нажал кнопку газ, а у нее-то газ автоматом сработал. Она и впилилась мне в бок и прилипла там. Ну сейчас вроде как-то разлипла, сзади болтается. Да и так на автомате то. Что случилось? Да не Он вот тут был слева, ты, по-моему, проехал, кстати, поворот на крас. Где-то слева был в горку. Ну не в горку, а просто. Вот он здесь. Ну, КамАЗа у меня уже 486 из 500. Спасибо Ниве, блядь. Которая мне въебалась в жопу. А, ну, блядь, без понятия. Ой-ой. У меня не его полностью мертва. Я думал ее здесь оставить, КамАЗ догнать, ее портнуться, съездить за этим, ага. Чего? Она ровно дожила, да? Хорошо. Смотря на фильм, что прямой врезалась в весь дом. Да, я стал сюда. Чё? Ага, аккуратней, на дороге шальной КамАЗ. Полнивы я убил на выезде с виража. Mm-hmm.
Нет, у него не было там поворота. А у тебя там мост? Вот он, вот он. Иди нахуй. Ее носит пиздец. Что? Почти стоп. Сколько осталось? Ага, повезло, блядь. У меня 286. Когда я сюда подъезжал. Давай, пошел, пошел. А, я полный привод забыл убить. Кого? Камеру. Ничего не его на прицепе вести. Жопа есть вперед. Потому что за жопу, наверное, захватил. Нет, за рожу. Самоубийца. Thank you.
Так. Ты все открыл? Естественно, сразу. Лошара. Учись, сынок. Оп. Оп, 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 оп. И почти в хол. Все, план сломал мир. И зато я успел открыть. Колёдки я по траве ездить не буду, пробегайте в гараж, я на нем посередине буду ездить. Чинч-трак, Нива, Нива, Нива. С родственниками или не будем хардать? Да я хуй знаю, мы с роспуском там хуй где пройдем. И в ту сторону гнать, да? Тут еще просто. Один раз по короткому, потому что, в принципе, можем проехать. Давай, ладно, попробуем без роспуска на обычный перегрев. Передж. На обычный бортовой. Ну да. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Заправка справа. Еще справа, слева. Справа. Что ж ты делаешь? Заезжаешь справа, выезжаешь налево. Вот так вот, вот так вот. Зачем тебе заезд этот? Ой. Вот он сделал нормальную дорогу, чтобы ты деревья не собирал. Вот он куда-то уткнулся в окон, да и заехал в окон. Почему еще нельзя канистру, две канистры 50 литров, блядь, кинуть наверх на эту, блядь?
Аккуратнее. Ты что делаешь? Я заправить смогу. Блять! Я точно заблокировал, кого заблокировал. Назад. А их просто больше. У меня 5 на сторону, это вот 10 колес. Я сейчас тоже тебе хрена. Полный привод забыл включить. И вкопался, блядь. Заебись, блядь. На всей поддержке сюда надо выезжать, сука. Поэтому я задний. Притормозил. Включил первый, включил все. Да я привык все это на ходу врубать, блядь. То есть, как мне сейчас надо будет подъезжать отсюда? Нет. Блять, ёбаное дерево. Что, загрузился? Я еще не доехал. Почему? Я забыл про фишку с дорогой. А, и все посередине? Да, так, полный. Хорошо идешь? Больше не поеду. Че такое? Я Thank you.
А, ты про эти маленькие? Да на других маленькие я тоже сносил без проблем. Там есть маленькие, средние, чуть выше среднего и большие. Ну, я мост переехал. Не уверен, что это самое умение в своей жизни. Разведав эту точку? Угу. Ты сильно закапывался в снег? Прилично. Лучше не тормозить там. До самого моста лучше без тормозов ебашить. Ну и кстати, я тут проехал. После моста закопался, а там на лебедочке подтянулся и выехал на нормальную дорогу. А на вторую лесопилку мы даже не пробовали ездить, насколько я помню, да? Там что-то еще более страшное, походу, дело. Тебя там далеко унесло? Нет, я на левую сторону пропустил. Блять, только не садись. Сейчас в лесок откачусь.
то, что оттуда ты меня не вытащишь. Тебе надо как минимум на противоположную сторону ехать от этой дороги. Потому что моя кабина под мостом. Давай попробуем. Я вообще дотянусь вот с этой части. Нет, не дотягиваюсь. Так, мне надо на ту сторону перекатиться. Ту сторону встать вот так. Оп. Чё все? Я мёртв. Да это херня. Нет, я прям под мостом уже полностью. Сейчас. Не паникуй, не паникуй, блядь. Мост сломаешь мной. Лежи там, не дергайся. Ать! Передачу перепутал. Сейчас я между деревцами. Перепутал передачу, сори! Сейчас, секунду. Ай, кидай. Кого? Веревку. Я скину. Мне бы до морды до твоей дотянуться. Ну, блядь, ты слишком длинный. Поэтому... Угу. Давай. Давай, лебедочка, тяни. Ты подожди. Пошевели колесом, колесами. Да. А вот как раз в мосту застрял. Вот я за ним слежу. Почти вышло.
Давай, 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 давай. Нет! Блин, я ждал. Так, все, ты в упор ко мне, да? Да. Давай, 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 давай. Давай, 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 крас, пошел, 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 пошел. Так. А, блядь, я же дефинициал забыл залочить. Давай, 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 давай. Подтягивайся. Так, стоп. Тихо, ты куда поехал? Так. Принимай, принимай, срочно. Да я думаю, что удобно глубоко. Не свет. А, у меня ручник работал. Давай, блядь, ты ж кр... Ой, у меня дерево. Сори. О, поехал. Я тебе, блядь, уткнуть в дерево. Там моя кабина. Я тебя сейчас вместе с деревом вытащу. Блядь, у меня между колесами дерево застряло. С другой стороны, просто мне надо взвалить. Давай попробуем. Не падаешь вот. Да нет, я не лежу. А я как-то странно лежу. Раньше это было для нас очень проблемным местом. Здесь застревали. Теперь, блядь, умудряюсь еще и вытаскивать, блядь. Вот дерьмо. Удачно развернулся, ладно. Сейчас подтянем морду. Так, стою на ручнике. Давай тебя как-нибудь, блять, за морду сейчас цепанем. Там дерево, по идее, должно сработать. Поехали. Чё? Не переворачивайся. Так, стоп. Ай, блядь. Ручник. Ремонта не осталось. Осталось, только дай сначала отсюда выйду сам, блять. Я же говорил, как раз хорошая машина. Замечательно, блядь. В таком дерьме ворочаться самому, блять, и еще вытащить второй раз из реки, блять. Давай, пошел. Так, где ты там? Заводись.
Я не знаю, как я тут с бревнами поеду второй раз. Но я проеду. Тихо-тихо, дерево, не убейся. Чуть вперед, да, и выровни жопу, чтобы выйти ровно на дорогу между вот этими трех сосен. Угу. Давай, пошел потихоньку. Всю поддержку врубил. Давай. Там елочка маленькая. Я на лебедке. Нахера на лебедке? А наружу не пролазила. Тихо. А у меня-то там как она пролазила, а? А я встал очень неудобно. Я пока мешаю. Попёрли. Я их вообще-то довез и сгрузил уже. Ты что думал, я уже на ту сторону смотался, загрузил, вернулся за тобой, еще раз проехал по этому мосту в обратку и выиграл, и тебя вытащил. Ну, как там героический выпуск, это просто ты бросил груз, но спас друга. Пиши героический выпуск о том, что я и груз спас, и друга. И груз довез, и друга спас. Бля, правда, я сейчас налегке там ворочался. Че, ты еле ползешь? Да. Не, ну в принципе, если на том мосту не падать, то нормально можно все доводить. Где ты там, блядь, копаешь-то? Я уже полпути назад проехал, я тебя не вижу. В гараж? Вообще было 8-колесник, если можно догнать. Короче, я понял, если что, помощи ждать долго.
колесик хоть сюда готов. Давай, а то я сел конкретно возле моста. Ну или проблемы делать.
дерево. Ты все, перескакивай сам. Ну, ты просто не видишь, что у меня здесь. Точно? Радус. Ну, если ты сейчас кувыркнешься. Сейчас кувыркнешься. Лови веревочку. Или выйдешь. Нет, зачем? Лови веревку, сейчас жопу буду тебе выравнивать. Все, теперь думаем. Подумать больше нечем. Я поехал за этим колесником. Ну а что, уберешь свой хлам, а ну вообще телепортуйся. Я не могу их убрать. Там есть деревья сзади. Я просто думаю, сейчас надо как-то с разгона выскочить, посмотреть, отойти его. Давай, 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 запрыгнешь, блин. Давай, 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 пошел, пошел. Нормально, нормально. Пошел, 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 пошел. Ну, давай, давай, давай. Крас, ты крас или не крас? Учись, Леш. Учитывая, что я там в принципе ты не мог заехать. У меня тоже грязь тебе провалилась, и не было опоры колеса, чтобы запрыгнуть на мост. Я вот сейчас как эту ситуацию. Но я заехал. Я не знаю, каким чудом. Меня не перевернуло ничего. И чё, как у тебя там успехи? Я заехать не могу. На мост? Да. Слушай, а если вот с моей позиции, откуда я нырял? Тогда я точно уйду четко в речку, потому что там мост будет. Тогда с обратной стороны попробуем. Только с другой стороны вот так же. Ну, выскочи. Там главное в сам мост упереться и об него уже грести колесами, и он запрыгнет тогда. Не одно просто залезло и все. Давай, 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 блин, херач постоянно, болтай колесами в разные стороны. Я болтал колесами, он у меня запрыгнул обоим. Я уже докопался, что бампер просто. Да я тоже бампер у него стоял, и что? Сдать там, попробовать тебя на мосту вытащить.
На мост вытащить, точнее. Мне все равно нужен бензин, Лёха. У меня осталось 58 литров. Ты уже проехал мост? Я не проехал мост. Не? Нет. Сейчас попробуем. Не ночь. Легко. Так. Лови. Ох, сомнительная эта идея с этим мостом. Держи, держи, держи. Цепись, выровняйся. Красивый, наверное, на мосту издалека смотрюсь, красненький. Че, давай, цепляю. А, ну, все, короче, цепляемся. Давай. Подтягиваю. Газку поддавай. Почему меня к тебе подтягивает? Потому что я сижу здесь наглухо. Сейчас у меня дифференциал сводится. А? Давай, 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 давай. Колесами крути, блин. Меня сейчас тянет. У тебя ручник не включен? Мы вообще не присоединены друг к другу. Присоединены, я тебя тянул. Вот сейчас не присоединены. Вот сейчас присоединены. Давай, 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 давай. Блин, меня дифференциал сорвал. У тебя колесо под этим, и тебя затягивает в воду. И не дергай меня. Не назад это давай. Я вышел. Не совсем? Я никуда уже не денусь, мы все колеса вышли. А за дерево сзади зацепиться? Да, конечно, блин, гидромен. А справа за дерево? Ну, слева тебя. Так, я точно буду уже. Под землей. Да ладно.
закупились? Нет. Давай. Лицо не отпускает. Давай вот сейчас назад вытаскивай себя от дерева. Сможешь опупынить? Смогу. Давай. Нет! 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 Чепышечка. Так, все вроде на месте. Что ты там делаешь? Я пытался тебя толкнуть. Ёбаный ты ж насос! Цепляйте быстрее! Подожди ты, я от того не отцепился, да! Можешь меня починить? Я движок хотя бы рублю. Давай, переворачивай. Пошли, 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 пошли. Оп, оп. Лёх, погоди. Подожди, подожди, я попробую сейчас прицепиться к дереву. Стою, стою, стою. Восемь литров. Семь. Я выехал на твердую поверхность, у меня кончился бензин. Ну да. Сейчас я его заправлю, проапгрейжу, фигеню. Черт. Че? Я с дерева не отцепился. И пытаешься заскочить на этот? Thank you.
Я так думаю, нам 1,5 тонны бензина хватит. Сжечь рядом все. Короче, предлагаю сейчас вытащить тебя оттуда, себя заправить, мимо лесопилки в обратную сторону и один раз все-таки подъехать с той стороны. КамАЗом. Либо Уралом. Ой, не Уралом, этим КРАЗом. Великолепная машина. Да, тебе надо будет перебраться на эту сторону. Зачем? Потому что я не могу заехать домой. Двигать я могу. Домой заехать не могу. Ну, Лёха, так я тебя хочу в обратную вытащить. Сейчас два груза по старой дороге, ну, по дороге по той, по другой подвезти. Блять, заговорился с тобой, а? Поднимать, сейчас еще и КамАЗ посаженный будет, а? Смотрите, а? Ты почти вылез, большая черепашка. Назад у тебя проблем будет привез. Ну вот давай назад и в обход. Нам осталось туда привезти два грузовика. Че, тебя дернуть? Нет, ну давай вылезай тогда. Кстати, знаешь, такая мысль, если бы мы научились пользоваться краном, мы могли бы вот этот бетонный мост, видишь, три бревнышка вот так вот положить, три так вот и с той стороны.
и спокойно переезжать. Ну? А это где мотыль? На полчаса заморочить, блин, и быстро перелететь, на ту сторону перескакивать. Туда можно сразу с длинным ехать, блин. Роспуском. А что у нас кран ставится? На Урал, на КамАЗ. По-моему. Нет, на КамАЗ нет. На КРАС, по-моему, ставится. Или нет? На КРАС ставится. Ну, хочешь, я брошу бревна? Бросай бревна. Тогда двигай еще за новыми, еще скидывая бревна. А я поеду пока отремонтирую заодно это. А, блин, это тебе надо переделываться. Па. Ну давай, я тогда за бревнами, брат. Блять. Мы их не. Я не увижу твои бревна. Да, ты мои не увидишь. Шофер назад, заряжаемся, блин, всей херню и едем по той дороге, блин, в объезд. Через место старта. Все равно здесь зарядишься по пути. А так хотя бы шансов меньше, что застрянешь. Сейчас надо будет еще, блин, с той стороны на выезде от бревен, блин, масс восьмиколесник ремонтный подогнать. У меня уже весь КРАС в хлам. Че там ползешь?
Давай, давай. Въехать-то через ту сторону легко. А выехать через это говно. Козлина. Да. Что такое? На боку. Ах, видите как. Просто провалился под землю. Канистру, а на него самого какую-нибудь эту, ну, ремку поставить нельзя. Давай, я за бензином, ты ремка. Окей? Куда мы едем? Примонтировать наши... А, ты его сюда подогнал, что ли? Конечно. Мой просто там на выезде стоит. Я думал, тебе бензинчик куда-то, ты уже заправился. Я уже заправился, как раз это, за один день расталкивал. Все, поехали.
разворачивать, проще так будет. Давай. Вот, все, шикарно, погнали. Че такое? Срать им душу через любой способ общения в интернете. Зачем в Google на сайте все написано? И ВКонтакте даже его есть. И даже есть кошелек, куда ему можно денежки положить, если будешь благодарен. Да насрать ему кошелек, готов. Давай. Уху! Уху! Дрифт токийский. Леш, на мост не вылетай. Увидишь. Мостовой дрифт немного не удался. Оп, тихо. Мак, моя ручка! Чего у тебя там? Ну, если бы не правое ограждение, я бы оказался в бочке. Оно спасло мне жизнь. То есть ты такой же дурностью занялся, да? Да нет, я вроде нормально ехал, мне только спасло мне куда-то в сторону, в черную. Давай, перерыв. Смотри. Большую часть игры тут проводит движение, там, когда вылезли. Нужно отпустить колеса. Не такое бывает, да, согласен. Да он тут не фуркнулся. Он должен быть в деревне застрять.
Это да. Ох. Попрыгал-то как. Аккуратно там лег. Новости, интересно, а выдержит? Выдержит. Находишь, она прогибается. Она прогибается. Учитывая, как ты ломал мозг много. Они не ломаются. Блять, у меня же там КамАЗом перед ним раскопано. Судя по вздоху, у кого-то тоже. Все. Докатался, да. Прям перед мостом. Хлоп, мордой вниз, экран. У меня все включено. Я еще и на повышенный пер. Стой там, пока на ровном можешь стоять. Задний, блядь. Так. Давай. Старайся сейчас не газовать, потому что тебя, если не газуешь, тебя может вытащить. Да вижу. Да нет, это дорога там такая. Давай. Почти вышел. Я закопался. Тихо. Твою мать, как она на него теперь выныривать, на эту гребаную херню? Так, ладно. Вот так вот я попробую. Брось, кролик. Но если меня кто-то пнет, то я могу взлететь на этот мост. Я понял. Так, у меня сейчас чуть мозг не отвалился.
А можешь еще раз жопу мне обратануть? Если я выйду на мост, я смогу тебя дернуть. Я еду. Я приближаюсь. Горка шерстей. Контакт двух космических шаттл, да? И пинаю. И? Это как? Слушай, а ты можешь дернуться вот через какое-нибудь дерево меня пнуть? Лебедка к дереву цепанулся, тебя ж дернет вперед, и ты меня пнешь. Толк. Давай-давай, лебедка, дернем. Давай, Леш, еще разок так. Почти получилось. Тихо-тихо, у меня передние колеса вышли. Так, мужик, готовься. Я сейчас вырвусь отсюда. Леш, мост очень страшно потом прогибает. Так, все, цепляю тебя на лебедку. Аккуратно, пошли. Стою. Ага, поехали. Подпрыгнул до меня. Слушай, ну мы почти из любой ситуации можем выбраться. Почти. Блин, он в этой деревушке что-то с землей напортачил, похоже, делал на дороге. На всех дорогах так напортачил. Так, я включу фары, так хотя бы видно будет, блин, пеньки. Ты как? Это сижу. Как? А что умудрился это сделать? Не
знаю, я пролезал между столбом и дорогой. Бенек отправил меня в аут. Да как ты его не увидел? Не знаю. В смысле в аут? Я на боку лежу. Почти на боку. Иди. Если ты сейчас не довезешь, я тебя покараю. Я найду в твоем крайзе все отверстия. Я во все отверстия буду пихать. По очереди. Мне много цилиндров. Ты где вообще прешь? Почему я по дороге ехал? Я хрен знает где. Меня туда стащило. Я уткнулся в пенек, у меня жопа подпрыгнула. Давай вот тут направо, направо. Вот где-то здесь направо. Помнишь, мы тут проскакивали между деревьями? Так, а теперь нам надо разведать еще одну и понять, как кто есть. Там, там по дороге. Там пока на дороге. К тому этому? Да. Там одна длинная дорога. Вот видишь, развилка. А-а-а. Вот нам нужно не который вверх, а который вот в самый низ уходит. Ну, чуть-чуть правее. И все. И только по ней. В смысле вариант... самый низ? Мы делаем пилораму. Если учесть, что мы стоим вот в крайне левом углу. Ну вот да. Через деревню идем назад. Как мы сворачиваем. Короче, мост налево, нам направо. Да. Щуля. Алис, тут еще левее. Ой, очень беспал. Осталось только проехать через проклятую деревню, переехать через мост, подняться через эти буераки, взять нормальный прицеп здоровый и прямиком туда. И сесть с этим здоровым прицепом где-нибудь. Или по 4 средние возьмем. Средний. Чего? А, нормально, фу, повезло, блядь. Почему туалет сельский не сносится? Его строили еще при фашизме. Ага. Не копать. Давай, 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 давай. Левее выныривай. Все, пошел. А за мостом пизда. Может, ты уехал?
Конечно, у меня здесь так выкопано, блять, все. Слушай, есть идея. Сплавиться по речке? Да, давай вернем. И как ее поймаем с колесиками. Я попёр. А ты как там? Так же сидишь, как и я. Да, я просто успел. Чуть-чуть успел проехать. Самое интересное, в принципе, земля должна быть твердой. Может быть, рассчитывают, что прошел год. На полгода. Блять. Нет, по большей части, в этой крие даже не видно. Я сейчас брал руку, машина не довольно херово. Она даже в поворот, она в поворот даже скидывается. Thank you.
Ну, полный привод отключил. 2 литра минута расход. 11 литров мне хватит заправки. Мне осталось 11 литров. Один хрен мимо лесоповала до заправки ехать. В смысле направо? Там еще же направо куда? Нет, забыл. Вон стать. А ты туда заехал? Нет, зачем я сюда платить? Я на 30-ке оттуда доехал. Ну вот у меня сейчас, ну, от 2 до 4 литров в минуту пожирает. 9 литров сейчас есть. Ты еще говорил, неэкономная машина. Жрет меньше, чем Жигули. Выруби еще полный привод. Если не рубить, падает. У меня 2 литра было. Расход 2 литра, я сейчас ехал. Нет. Реально, я шел на асфальте все время, 2 литра расход на автомате. Но он мне, правда, до 4-й передачи разогнался. А какая передача? Странно. А, ну у тебя резина другая, может быть, она тоже на расход приедет. Хотя, да. Ты куда? А я срезаю дорогу. Здесь есть срез, чтобы не пилить по этим, по этому всему говну. Ты
я вот думаю с бревнами там также проскочить. Там прям между деревьями, за домиком налево поворачиваешь, между деревьями ныряешь. Видно. Я там уже раскопал. Как? Я застрял. Как? Не знаю, вот машина ехала, ехала, потом вдруг дверь такая. Закопанная по самую кокошку. Люки там два раза ездили. Хоть бы хны. У меня резинка для вот такой, как у меня. Ты заметил, я эту резину взял, я и тебя ее вытаскивал, блин, из воды, из ручьев, блин. И с тобой вместе на мост въезжал. Да, там можно проехать, но тяжело. Тоже не сел, я в принципе пёр. Thank you.
Налево, да? За мостом. Получится. Нет, нет, это не тот поворот, тот, который правый нужен был. Блять. Ну на карте как шизыка подставил, да я сейчас понял. Я развернулся через лес. Да я на первый иду. Все. Перевернулся. Нет. По уши. Да. Абсолютно без поворота, да. Сел. Чё ты, а не пугай меня так. Чего? Чё-то задел там звук был просто, я не знаю, гром страшный. Ну я об ёлку выбирался. Чё? Водычка. Я тут постоял. Слева, блять, пеньки. Справа, скос большой. Ты подъехай поближе, посмотри, что у меня здесь проявилось. Попёр, если что, восьмиколесник есть. Я поехал. Давай. Все, стоит. Почему? У дерева! Ты что делаешь? Блять, повышенная была. Заводись, заводись, заводись. Нет, 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 нет. За дерево, прицепом. Ай, встал. А, бля, еще на ручнике тянусь. Слушай, ну можно прицеп к ближайшему дереву прицепить. Слушай, когда он заваливается, нажимать лебёдку. Чтобы дерево подтягивается. Таким образом оно не будет заваливаться, по крайней мере, налево. Я же не могу две лебедки подцепить. Не, растяжки нам здесь не нужны. О, следовательно, нам надо, блядь. Как-то вот так вот выровняться немного. Но для этого у меня всегда был кран. Я не хочу так.
Пиздец, я не дотягиваюсь до деревьев дальше. Блять, я туда тоже не дотягиваюсь до дерева. Если он до того дальнего. Но это, блять, опять сейчас на излом идти. Нет! Чуть не кончил. Лёш, когда я получаю оргазм, слоны рожают, блять, в Африке. Не ожидал на такой ответ? А мамонтов не умеют. Мне мамонты нравятся. Мамонты? Ну, если девушка очень хороша, то отголоски моего оргазма заставляют динозавров, блядь, плодиться. Еще чуть-чуть вперед. Ага. В общем, можно ехать. Где больше я не сяду. О! Удачи! Да я почти проехал. А, из Любекки? Молодец. Да я просто же не больной. Я же на полном ходу не влетал. Да я тоже на полном не влетал. Да повыше ты. Не, блядь, а чё? Самое оно, по-моему. Не кувыркни здесь на холмике. Не знаю, но разворачиваться здесь негде уже. А, все, я понял, да, мы едем в Канаду. Полезли на 800, прям так, прям сейчас. Да, кажется, уже приехал на лесопил. Да, вот он. Сожгли ровно 1000 литров топлива. Я 1062. Сколько? 1062. А, у меня 1000. Прошел 17 километров. У меня тоже. 17 километров 28 метров. Точнее, 280 метров. Еще за полтора часа. Ну да, нормально.